Привет, друзья! На выставке «Армия-2023» был представлен модернизированный российский БТР-82А. Судя по объему модернизации, для этой машины стоило бы присвоить новый индекс. Итак, БТР-82 существенно поменялся. Теперь у него расположен двигатель спереди, а выход десанта осуществляется сзади. Касаясь темы выхода десанта сзади, до сих пор идут споры на эту тему, так как при попадании в засаду десант не может покинуть машину. Некоторые считают, что выход десанта по бокам машины более безопасен. Также 20-тонный БТР отличается от своего предшественника корпусом с измененной компоновкой. Передняя часть машины усилена по бронестойкости. БТР выдерживает попадание пуль Б-32 калибром 12,7, а в некоторых случаях и снарядов 23 мм. Улучшению подверглась и противоминная защита днища, оно теперь имеет V-образную форму. На корпус БТР можно навесить дополнительные блоки с керамической защитой. Вооружение машины – 30-мм пушка 2А72. В модуль наведения добавили тепловизионный канал. На БТР можно поставить и другой боевой модуль. БТР оснастили кондиционером и противоминными креслами для 8 человек десанта. БТР оснащен дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил и может разгоняться по шоссе до 85 км в час. Цена нового БТР и когда он будет выпускаться – неизвестна. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.